Уважаемые, я рад, что вы в этот вечер пришли сюда, ко мне на выставку. Это для меня большая честь, на самом деле. Мне самому интересно было посмотреть вместе вот эти все вещи, как они вместе. Вот. И я очень рад, что эти стены приняли меня. Я благодарен Зурабу Церетели и Василию Церетели, что они как бы этому способствовали. Потому что эти стены намоленные. Здесь долгое время, кто не знает, был Союз художников СССР. А до этого декабристы встречались, плели свои масонские какие-то там заговоры и так далее. То есть это здесь было много очень интересных людей. А это влияет на искусство, на мой взгляд, и на его восприятие.